В Актобе 16-летнюю школьницу осудили на 9 лет лишения свободы за убийство матери. Ее молодого человека суд приговорил к 15 годам колонии. Согласно материалам дела, между 18-летним парнем и матерью девушки произошел конфликт, который перерос в драку. У женщины в руке был нож. В какой-то момент молодой человек выхватил его и ударил им женщину в грудь. Затем девушка также нанесла матери несколько ударов ножом. Тело они вынесли на балкон, и только спустя 5 дней они вызвали полицию. Подсудимый Кульжан частично признал вину, но просил вынести оправдательный приговор. Подсудимая Сарина признала вину полностью. Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, и Кульжан назначен на 15 лет, несовершеннолетней Сариной 9 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.